Ты съел мой обед? Да. Nerf War! Nerf War! Понравился этот видос, ставь лайк и подпишись на канал. We'll be right back.
Thank you.
Ничего себе, подгонщик! За мной!
Ребят, смотрите, кого я нашел. Даже не знаю, откуда он. Ого, смотри, у меня почти 14 тысяч подписчиков. С каждым днем больше и больше. Надо бы устроить конкурс. Походу, у нас незваные гости. Отбили. Алло. Хочешь вернуть маму? Отдай беглеца. Эй, ты! Не трогай мою ма... Блин, связь прервалась. Мама в опасности. Нужно ее спасать. И одному играть уже скучно.
Привет, у тебя есть что-нибудь попить? А, вот. Точно! Прошу папу со мной поиграть! Откуда столько нубов на сервере? Ну ничего, салаги. Батя в здании. Пап, давай вместе поиграем. Без проблем, на сервак заходи. Пап, ты чего? У меня игрушки в гостиной. Сень, да не мешай, а битва важная. Иди сам, давай игрушки там свои, у тебя много, поиграй. Я уже вообще свои игрушки поиграл. Да ты построй что-нибудь, ты же умеешь. Я знаю, что надо делать. Лучше. Ну ничего, погнали! Кажется, я куда-то врезался. Надо проверить. Ну вот, и эта машинка сломалась. А это что? Ого, секретный научный проект? Ой-ой-ой-ой! Теперь точно не показалось. О, это было больно. Что это такое? Робомастер? Вау! Ребята, мне нужна пушка. Ого, сколько здесь пулек! Вау, камера! Без инструкции здесь не справится. Кажется, все понятно. Начнем сборку. Первое колесо готово. Крутой робот получился. Сделаем первый запуск. А тут, оказывается, еще и пульт есть. Ну что, посмотрим, на что он способен.
Кто бы ты ни был, я с тобой справлюсь. Сеня? Это же мой старый научный проект. Я его не мог закончить. А ты смог? Как видишь, смог. А ты знаешь, какие функции я в него запрограммировал? Он не только видит, куда ты едешь. У него есть еще и пушка. Он может стрелять и лазерами, и даже пульками. А колеса ты таких еще нигде не видел. Он может ехать боком. Как ты справился с этой микросхемой? Ну, мне, конечно, потребовалось 3 часа, но это было изи. Сень, ты меня, конечно, прости, что я с тобой не хотел играть, но сейчас хочу, может, поиграем? Да, ты будешь убегать, а я на тебя охотиться. У тебя 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5. Так, куда спрятаться? О, палатку. Вроде не заметил. Так. О, камуфляж. В нем он меня точно не найдет. Так, одеваем. Все, так он меня не найдет. Сейчас я его подстрелю. Ха-ха, 1-0. Ну все, папа, держись. Сейчас я тебя поймаю. Здесь раньше этого куста не было. Надо поближе подъехать, посмотреть. Ага, это не куст. Может быть, это папа. Сейчас я ему покажу. Переключим на боевой режим и заряжу на полную обойму. Все, папа, держи! Было 1-0. Теперь 101. О, все, сдаюсь. Game over.